Здравствуйте. Дисциплина охраны труда и тема у нас номер 15. Основные задачи, организационные принципы построения и функционирования гражданской обороны Республики Казахстан. И сегодня мы рассмотрим три основных вопроса. Первый вопрос. Основные задачи, организационные принципы построения и функционирования гражданской обороны Республики. Второй вопрос. Формирование гражданской обороны, назначение и порядок создания. И третий вопрос мы рассмотрим. Органы управления и служба гражданской обороны и чрезвычайной ситуации. Итак, Республика Казахстан не является исключением по количеству и масштабности чрезвычайной ситуации по сравнению с другими странами. Здесь происходят землетрясения и наводнения, сели и аварии на объектах, содержащихся сильно действующих ядерных веществ, радиоактивное загрязнение территории и транспортные происшествия. Для защиты населения, объектов экономики и территории при чрезвычайной ситуации природного, антропогенного, техногенного характера и при применении современных средств поражения в Республике Казахстан действует государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации или иначе система гражданской обороны. Ее структурная схема и взаимосвязь органов управления приведена на рисунке 15.1. Сейчас мы покажем его. Вся деятельность по организации и ведению гражданской обороны в стране определена законом Республики Казахстан от 7 мая 1997 года о гражданской обороне. Общее руководство гражданской обороны Республики Казахстан возложено на премьер-министра. Он же является начальником гражданской обороны Республики Казахстан. Для непосредственного руководства гражданской обороной создан специальный исполнительный орган, который называется Агентством Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям. Итак, как уже было сказано перед вами, рисунок 15. Здесь перед вами представлена структура государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации в Республике Казахстан. Итак, во главе стоит у нас премьер-министр, то есть начальник гражданской обороны Республики Казахстан и Совет Безопасности. Также председатель АЧС. Перед вами вот, рассмотрите эту картину. Очень много организаций, которые занимаются по гражданской обороне. Сюда все организации входят. Итак, основные задачи агентства по чрезвычайным ситуациям – это координация деятельности центральных исполнительных местных органов по уменьшению ущерба от чрезвычайной ситуации и обеспечению готовности аварийно-спасательных служб, проведение единой государственной политики, направленной на защиту населения, территории и материальной ценности от чрезвычайной ситуации. Также является руководством работами и мобилизации материально-технических ресурсов при ликвидации чрезвычайной ситуации, независимо от форм собственности. Также обеспечение боевой и мобилизационной готовности воинских частей гражданской обороны. Также в задачу входит это контроль за целевым расходованием денежных средств, выделяемых из средств республиканского бюджета. Как вы знаете, на все это затрата идет из республиканского бюджета. Специально выделяется каждый год на поддержку гражданской обороны. Также основными задачами является это внесение предложений в правительство Республики Казахстан об использовании ресурсов, имеющихся в составе государственных и мобилизационных резервов, а также об использовании средств их резервов правительства Республики Казахстан для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства по всем вопросам всей компетентности. Также вопросом является организация международного сотрудничества при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Республике Казахстан. Но и также является основной задачей агентства – это организация и проведение обучения населения и должностных лиц к действиям в чрезвычайных ситуациях. Центральный аппарат агентства состоит из департаментов и структурных подразделений, которые у нас будут показаны на рисунке 2. Состав департамента утверждается правительством Республики Казахстан. Во главе департамента стоит директор
назначаемый председателем агентства. Председатель агентства является по должности заместителем начальника гражданской обороны в Республике Казахстан и одновременно председателем Межведомственной государственной комиссии. Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Республиканской чрезвычайной противоэпидемической комиссии и Межведомственного совета по взрывному делу. Это как было указано на рисунке 1. Руководители территориальных органов агентства, сюда относятся областные, региональные, городские, районные управления по чрезвычайным ситуациям. Их заместители, это главные государственные инспекторы по территории, назначаются председателем агентства по согласованию с акимами соответствующих административно-территориальных единиц. Для рассмотрения и выработки рекомендаций по важным проблемам, отнесенным к компетенции агентства, создается научно-технический совет, то есть НТС, при агентстве, в состав которого входят представители заинтересованных министерств, центральных исполнительных местных органов, научных и общественных организаций, общественных объединений. Практическая деятельность агентства основывается на следующих законах, принятых в Республике Казахстан о чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера от 5 мая 1996 года, о гражданской обороне от 7 мая 1997 года, об аварийно-спасательной службе и статусе спасателей от 23 марта 1997 года, о правовом режиме чрезвычайного положения от 15 октября 1993 года и о пожарной безопасности от 22 ноября 1996 года. Также о радиационной безопасности населения от 23 марта 1998 года. Эти законы регулируют общественные отношения на территории Республики Казахстан в период предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, определяют деятельность аварийно-спасательных служб и формирования, определяют основные задачи и полномочия центральных, представительных местных и исполнительных органов, организаций, права и обязанности граждан Республики Казахстан в области чрезвычайных ситуаций. Итак, рисунок 2 перед вами. Это структура центрального аппарата агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям. Во главе у нас находится председатель агентства, первый заместитель председателя, заместитель председателя. Итак, посмотрите. Департамент предупреждения чрезвычайной ситуации и департамент оперативного реагирования. Как вы видите, здесь два отдела. Чем они занимаются? Посмотрите, и какие отделы сюда входят, из каких департаментов состоит. В первом случае отделы предупреждения природных бедствий, предупреждения техногенных ЧС, научно-технических программ и правового регулирования международного сотрудничества, РГКП, КАС, телезащита. А департамент оперативного реагирования, здесь у нас отделы существуют как экстренного реагирования и планирования мероприятий информации и ситуационного анализа сил и лицензирования аварийно-спасательных служб связи и оповещения. Ну и так далее. Видите, очень много департаментов, которые у каждого есть свои же службы в каждом своем департаменте. Также существует департамент гражданской обороны и воинских частей, департамент по госнадзору за ЧС, безопасным ведением работ в промышленности и горнадзору. Также отделы, посмотрите. Здесь сокращение. Вот перед вами имеются внизу. Также департамент государственной противопожарной службы. Какие отделы здесь все у вас прописано на этом экране? Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законом о гражданской обороне определены силы гражданской обороны, их состав, предназначение и порядок применения. Они состоят из воинских частей гражданской обороны Республики Казахстан, территориальных формирований гражданской обороны, объектовых формирований ГО, формирований служб ГО и ЧС, оперативно-спасательных отрядов, они бывают республиканского и областного назначения. На
период проведения спасательных работ по решению правительства могут привлекаться воинские части Минобороны и МВД РК. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, формирование гражданской обороны в областях, городах, районах и организации, зависимо от формы собственности, создаются по территориально-производственному принципу решением акимов, а объектами формирования на производство и организациях, независимо от форм собственности, указом руководителя организации. Общее количество, структура и численность формирования гражданской обороны определяется исходя из достаточной необходимости, которая обеспечивается надежную защиту населения и с учетом характера и объема выполняемых работ, наличие людских ресурсов, необходимых специалистов, техники и местных условий. Для регионов, подверженных землетрясениям, формирование ГО создается из расчета один спасатель на 10 человек населения. А для промышленных районов, регионов, подтвержденных наводнением, пожаром, один спасатель на 15-20 человек населения. Формирование ГО по предназначению делится на основные формирования, разведки, спасательные, медицинские, инженерные, противопожарные, аварийные, аварийно-технические, радиационные и химической защиты. Обеспечивающие формирование – это связи, материально-техническое обеспечение, транспортные, охраны общественного порядка, защиты животных и растений и другие. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации мирного времени из числа существующих формирований гражданской обороны и штатных специализированных формирований создаются отряды экстренного реагирования на постоянной готовности численностью в области не менее 150 человек, в городе не менее 100 человек, в районе не менее 50 человек. Максимально возможное время приведения в готовность формирования устанавливается для отрядов экстренного реагирования не более 2 часов. Для основных спасателей формирований не более 4 часов. Для всех остальных формирований не более 6 часов. Формирование гражданской обороны комплектуется мужчинами и женщинами трудоспособного возраста, за исключением инвалидов первой, второй, третьей групп, беременных женщин, женщин, имеющих ребенка до 8 лет, в военное время военнообязанных, имеющих мобилизационное предписание. Кроме аварийно-спасательных формирований, при ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера немедленно вводятся в действие также службы экстренной медицинской помощи. И в эту службу входят мобильные формирования с постоянной готовностью, специализированные формирования – это противоэпидемические отряды, санитарные дружины, отряды первой врачебной помощи. При чрезвычайных ситуациях, особенно при массовых поражениях людей и сооружений, то есть это могут быть землетрясения, война, ну и так далее – жизненно важное значение имеет стабильность и безотказность средств связи и оповещения. Поэтому связи в единой системе по предупреждению и ликвидации ЧС уделяется первостепенное значение. Как правило, для надежности используются все виды связи. Это может быть проводная, теле, радио, компьютерные, космические и другие связи. При этом штаб гражданской обороны, например, города, имеют прямой выход в ретрансляционную радиосеть. Предусмотрены также резервные средства и пункты связи с выносом за город. Информация в области чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера является открытой и гласной и подлежит опубликованию через средства массовой информации, системы связи и оповещения. Не допускается сокрытие
несвоевременное представление или представление должностными лицами заведомо ложной информации в области ЧС природного и техногенного характера. Право передачи и порядок информирования населения в зависимости от масштабности чрезвычайной ситуации дано правительству, агентству РК по ЧС, местным представительным исполнительным органам в области ЧС. Для информационно-технического обеспечения государственных органов создана республиканская автоматизированная информационно-управляющая система по чрезвычайным ситуациям. Система по ликвидации предупреждения чрезвычайной ситуации в РК функционирует в трех режимах. Первое. Повседневная деятельность в мирное время при нормальной радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической и сейсмической обстановках. Второе. Повышенная готовность при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации. И третий. Режим при возникновении ликвидации чрезвычайной ситуации в мирное время. При возникновении ликвидации последствий чрезвычайной ситуации может вводиться режим чрезвычайного положения, регламентируемый законом Республики Казахстан о правовом режиме чрезвычайного положения. Кем же вводится это чрезвычайное положение, задается вопрос. Не кто попало его вводит это положение. Чрезвычайное положение на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях вводится и продлевается указом президента Республики Казахстан. Значит, имеет право вводить чрезвычайное положение только лишь указом президента Республики Казахстан вводится. Что же теперь такое чрезвычайное положение? Чрезвычайное положение вводится при стихийных крупномасштабных бедствиях или техногенных авариях, реально угрожающих жизни населения, а также в случае опасности смены конституционного строя за счет различных социальных конфликтов, устранение последствий которых невозможно без применения чрезвычайных мер. То есть это когда происходит смена руководство могут, если население недовольно. Чрезвычайное положение вводится при пандемии, которую мы сейчас на данный момент имеем. Введение чрезвычайного положения, что оно нам дает? Оно позволяет в кратчайшие сроки стабилизировать обстановку, восстановить законность и правопорядок и создать необходимые условия для проведения неотложных спасательных и аварийно-восстановительных работ. То есть во время введения чрезвычайного положения должны быть готовы ко всем результатам. То есть должны мы уже готовиться. Вот во время пандемии должны руководство должно готовиться к чему? То есть должны закупать медицинские препараты, оборудование. Вот для этого и вводится чрезвычайное положение. И в конце урока приводится литература, по которой вы должны будете подготовиться и ответить на следующие вопросы. Вопросы для самопроверки. Их у нас 4. Первый вопрос. Основные задачи функционирования гражданской обороны Республики Казахстан. Второй вопрос. Для чего создается научно-технический совет при агентстве? Третий вопрос. На каких законах основывается практическая деятельность агентства? И четвертый. Как определяется общее количество, структура и численность формирования гражданской обороны? Ну, на этом урок заканчиваю. До свидания.